Товарищи офицеры, садитесь, пожалуйста. По ваших прямых обязанностях, связанных с управлением войсками, поэтому работаю здесь, по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, поменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском. А после этого прошу Павла Юрьевича, свои соображения. Знаю, что по поручению начальника генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на переднем линии. Я сделал доклад очень обстоятельный и министерству обороны, и Бершава, и Сахой, и Максимилия. Но я хотел бы вас обсудить. Есть. Давайте начнем работу. Одна из святых вооруженных сил, которая хозяин, который был один из наиболее успешных министров обороны Российской армии 19-го года. Это копия, есть еще одна копия, и подлинник. Значит, я дам вам тот. Не дадите, коллеги. Или Михайлович может взять с собой, как вы решите. Сейчас вот Пасха будет, да? Так что вот. Никаких еще даже поползновений нет. Хорошо. Это вот все получилось. Верно. Товарищи офицеры, товарищ верховный главнокомандующий, указанная категория к работе готова, генерал-полковник Лапин. Здравия желаю. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры.